На курорте уже 10 лет работает программа по гармонизации межнациональных отношений. Результат – уважительное отношение к представителям всех национальностей, проживающих в городе-курорте. В муниципальном образовании город-курорт Анапа осуществляет свою деятельность 241 некоммерческая организация, в том числе 10 политических партий, 5 национально-культурных общественных объединений, 19 общественных объединений ветеранов и инвалидов, 9 райкомов профсоюзов, 23 первичных казачьих обществ, объединяющих 1996 казаков, осуществляет свою деятельность 30 религиозных организаций, представляющих 10 основных конфессий. Из них 12 приходов Русской Православной Церкви, 1 Армянская Апостольская Церковь, Общество Мусульман, Еврейская община, 13 протестантских религиозных организаций. Руководители некоторых анапских предприятий не всегда задумываются, предоставляя помещения в аренду неизвестным организациям. Пускают на территорию своих баз отдыха сомнительные организации. Хотя есть примеры и отличного взаимодействия. Местная организация адвентистов 7-го дня предложила помощь в уборке пляжа в районе базы отдыха Шингари. Большую работу по гармонизации национальных отношений проводят органы ТОС. Ответственно организована работа в Анапе с беженцами из Украины. Администрация еще в прошлом году принято постановление об организации работы по оказанию гуманитарной помощи гражданам Украины. Помощь этим людям оказывалась как в прошлом году, так и продолжает оказываться. На территории города Анапа созданы 3 пункта временного размещения беженцев с Украины. В преддверии выборов задача усложняется. Политическая ситуация будет накалена, и если мы сейчас еще обострим национальный какой-нибудь момент, то это будет для нас достаточно некрасиво и... Тем более курортный сезон. 2500 лет Анапа живет по традициям многонационального города, в котором взаимное уважение традиций и культур создают уникальный портрет города.